Сегодняшняя игра была важна для нашей команды. И также она была важна для команды соперника, для команды МК. К сожалению, мы играем для зрителей. К сожалению, что было мало людей, погода тяжелая. Но мы благодарим нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать в такую погоду. И, в принципе, даже благодарен, конечно, болельщикам Перми, которые тоже пришли и очень хорошо поддерживали свою команду. Но самое важное в этой игре то, что мы добились 3 очков, выиграли игру, хотя она была нужна и команде соперника. Самое главное, что сегодня показали, что у нас есть единый коллектив, который будет решать не только задачи, которые мы сейчас находимся внизу, но можем решать, в принципе, более высокие задачи при определенных условиях работы и всех футбольных составляющих. Благодарен нашему руководству, которое делает все возможное для того, чтобы мы показывали качественный футбол. И самое главное, благодарен нашим футболистам, которые выдержали это напряжение и принесли 3 очка. На то, что мы сделали в первом тайме замену, в левый фланг у нас 2 молодых футболиста и 2 игрока обороны играли сегодня у нас. В левом фланге играл Мадюрин, игрока полузащитника, а Кутуни играл защитника. Не было того конструктива и контроля мяча, все-таки игроки разрушительного плана. Мы выпустили во втором тайме Карла Свидонта, который придержал мяч, и во втором тайме разгубил очень хорошие куски, где мы контролировали мяч, и соперник практически был без мяча. В некоторых эпизодах, которые, особенно в конце матча, когда мы уже выигрывали, за счетом 2-1.